Здравствуйте, о погоде на четверг. Как видно на карте, антициклон не покидает Урал. И благодаря его стараниям сохраняется малооблачная солнечная погода. В таких условиях прохладный воздух, который накануне проник к нам в регион, сегодня сможет неплохо прогреться. В Челябинской области погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. В Верхнем Уфалее, как и в Садке, днем плюс 9. Чуть больше в Златоусте – 10 градусов. В Троицке и Магнитогорске – до плюс 9. В Южноуральске и Карталах – плюс 7. В Челябинске сегодня переменная облачность и без дождей. Ветер теплый, южный, 2-7 метров в секунду. Днем воздух в городе прогреется до плюс 10. Атмосферное давление останется выше нормы. Данные от Центра ФОБОС. Хорошего дня!